О, видите, все, случился пожар. Поехали. И комиссия стояла, пришла. Меня так поразило. Чего? Без ответа вообще. Просто никто. Всем, знаете, до одного места. Вот, потому что инспекция к ним уже позвонила и сказала «Hello». Ты нападал на инспекторов? Ты такой милый котик. Вы посмотрите, как я чуть ли это аорту отсусываю. Думаю, запишу для вас небольшой вложик. Приготовил себе из того, что было. Такую вот запеканочку сырную, макаронную. Значит, у меня здесь макарошки. Аспарагус, спаржа, да, потом тут еще есть артишоки, шинка и, ну и сыр, два вида сыра, простой такой, который натертый, да, и здесь еще горгонзола вот такими вот, если вы видите. Сейчас я это все красивенько, одной рукой не получится, конечно, так переложу. На столе мой бардак, особо не хочу показывать. Ну вот это такое вот сейчас мое блюдо съем. Даже немножко я отбился от графика поедания еды, потому что только что у меня сейчас была инспекция здоровья в моем доме. Посмотрите, такие три комиссия стояла, пришла. Меня так поразило. Чего пришла? Помните мое видео, где видео называется «Ригу бомбят в 4 утра». Посмотрите, кто не видел, так как живу рядом с портом, у нас иногда здесь просто происходит какое-то бесчеловеческое, просто выгруз и погрузка товаров в 4 часа утра могут так шуметь, вообще просто ужасно. Вот, я начал с ними борьбу, ну, в прошлом году с ними уже воевал, помогло на какое-то время, потом они, естественно, забыли, как и все в нашей жизни очень быстро забывается, да. Вот, но сейчас я уже так все думаю, давай, Феликс, добей их. Ну вот, прекратили, кстати. Еще даже ничего не началось. А они уже, ну, тихо все делают и ночью уже не работают. Вот, потому что инспекция к ним уже позвонила и сказала «Hello». Кстати, в Латвии вот эти вот все дела, как бы, как только, ну, приступают к работе все вот эти вот органы, да, тогда все очень быстро решается. Если ты будешь, например, в прошлом году я писал лично в этот, ну, в порт, и, ну, типа, там, просто, знаете, по-хорошему попросить, ну, может быть, вы как-то потише, там, попросите своих работников, там, грузить эти деревья по ночам, знаете, потому что мы все понимающие люди, и классно, что у людей есть работа, да, и как бы хорошо, что вообще какой-то грузооборот идет через Латвию и так далее. Вот, ну, без ответа вообще, просто никто, всем, знаете, до одного места. Ну, в этом году уже все, уже как бы хватит играть в игрушки, будем добивать до конца. Люмин у себя очень плохо вел с этими женщинами, просто все юбки хотел ободрать им. Просто это какой-то кошмар, я уже его и запер, и туда, и отвлекаю внимание. Ему же так интересно, три женщины пришли, там, и принтер печатает, посмотрите, со своим принтером ходят. Своим компьютером, со своим принтером, я говорю, а зачем принтовать, говорю, можно же как бы электронно сейчас все сделать, подписать, он говорит, ну, не всегда, вот, вот такая вот работа, мотается туда-сюда, на общественном транспорте машин нет ничего, три человека, главный инспектор, просто инспектор и практикантка. Практикантка Люминуса забоялась, говорит, пожалуйста, уберите котика, я очень боюсь. Люминус. А, Люминус. Ты нападал на инспекторов? Ты нападал на инспекторов? Вот так вот. Юбки подрал им все, да? Негодяй. Охотника. Охотника? Черный ужасный охотник? Ага.
Защищал свою территорию от непрошенных гостей, да? Папа уже все съел, там тебе ничего не осталось. Покажись подписчикам. Сейчас он покажет. Смотрите. Смотрите, что мне оставил Люминус. А вы такой милый котик, такой милый котик. Вы посмотрите, как я чуть ли это аорту отцу своему не перецарапал. Вот так вот. Ну я просто пытался сохранить этих трех женщин от него. Одна из самых оживленных улиц Кантес. Здесь есть такой коммунал-проект. Но тут уже, конечно, его нету, наверное. Но посмотрите, что я нашел. Я просто случайно. Мальтийский орден. Вот так вот. Прямо напротив полиции. Смотрите, как много цветочков. А это здание, это музей. Музей пожарных, да. И, кстати, и действующая еще пожарная часть. Кстати, они мне там что-то, наверное, сказали. Это, наверное, мне, потому что я по газону такой иду вообще просто. Ну, как кошмар. Красивое здание. О, видите, все, случился пожар. Мы на месте событий. У них минута там доехать, чтобы... Посмотрим. Вот заодно посмотрите, как выглядит техника. Пожарная. Видите, как Феликсу опять подфартило. Подфартило. Ну, конечно, не подфартило, потому что, ну вы что, сейчас у кого-то что-то горит. Страшно. Здесь стройка у нас. Вот это вот овальное здание. Это спортивный холл. Кстати, здесь проводилось Евровидение, когда оно было в Латвии. 2002 год, по-моему, если я не ошибаюсь. Это наш новострой, который что-то там не очень продается. Ну, ребят, что-то вы так медленно выезжаете, давайте уже выезжайте. Там уже сейчас все сгорит, пока вы там собраситесь. Но это современное, да, это хорошее. О! О! Поехали. У нас еще одна новостройка, но я хочу вам показать вот этот дом. Вы видите? Он как будто падает такой. Ну, может быть, он и падает, слушайте, я не знаю. Выглядит страшненько, правда? Вот он наклонился.